Всем привет! 20 октября 2016 год. Вот мы приехали на Днестр, 51 километр. Еще здесь дрова у нас. Наша, вот, спасибо. Вон нам еще место освободили. Короче, затарились мы нормально. Так что, если будет какая-то поклевочка, обязательно мы вам это покажем. Место здесь обалденное. Вот один местяк. Там дальше второй, третий, четвертый. Вот мужики еще уезжают. Оставили нам местечок довольно неплохой. Погода нормальная, солнышко светит. Конечно, холодно, малеха, плюс 10 градусов на улице, но ничего, все-таки октябрь. Минус 30, да. Ну все, до встречи. Вот, 21 октября, это уже утро, 9 часов утра. Наловили, конечно, мы немного за ночь. У меня нету подсветки на телефоне, ну то есть ночного режима, но вот таких пару подлещиков довольно хорошие, больше, чем с ладошку, в раза полтора. А вот еще у нас вот на куканчике. Сейчас, секундочку. Сейчас я вытяну, покажу. Вот у нас на куканчике еще вот такой вот хорошенький карасик. Очень хороший, больше с ладошки тоже. Ну, большой, честно, большой. Хороший, красавчик. Вот так вот мы пока ловим. Ловим на обычную ставку, какие у нас. У нас идет, как у рыбы, у нас идет утренний жор, у нас идет. У нас два вида. Сейчас все через 15 минут будем шаурму готовить. В общем, как-то так. Если будем тянуть щуку, обязательно скажем. Потому что будем сейчас идти на заповедник. 51 километр, заповедник находится вон там, в той стороне у нас. Погода не солнечная, но и не холодно. В принципе, нормально. Клев не активный, говорю сразу. Так что тут будет ехать. Ну, по ночам холодно, так что одевайся. 21 октября, вот уже где-то порядка часу дня. Короче, поклевка неактивная, как была, так и остается, но зато мы наловили раков, довольно неплохие, нормальные раки, мы покажем главное, варим, мастуха, ну тут еще раки вот, такие вот, красавцы. Сразу начинает краснеть. Ну это он от стыда краснеет, так что его ничего там себе не накручивает. Вот уже красный. Уха с раками. По-французски.